Всем привет, дорогие друзья, с вами Джокер, и я начинаю снимать летсплей по Майнкрафту, да, я все-таки решился снять летсплей по Майнкрафту. Я пока что не знаю, как его назвать, вот, там потом посмотрим. Ну, играю я на сборочке Маджангл, ее сделал Тигра, если кто не знает, кто это такой, ссылочка на создателя сборочки будет в описании под видео. Вот, мне она очень понравилась, эта сборка. Надеюсь, она лагать не будет, вроде как не лагает. Вот, и мы, так сказать, будем развиваться. Вот, да. Ну что ж, наверное, приступим. Начнем, точнее, рубить дерево. Как обычно, мы заспаунимся, я, кстати, вот в таком вот месте. И прописал еще сразу игровое событие. Ну, game.ru, keep inventory, чтобы у меня не пропадали вещи при смерти. Вот. Так, значит, добываем наше деревце. Да, как всегда, начнем наш летсплей с добычи дерева. Значит, берем вот так. Как можно заметить, здесь очень много модов. Вот, мы их все будем изучать, по крайней мере. Ой, у меня лаганул Майнкрафт аж. По крайней мере, будем пытаться изучать. Вот. Тут вот, смотрите, сколько их тут. Очень много модов. Так, ладно, приступим к нашей вот этой вот всей фигне. Так, сделаем. Поставим сюда верстак куда-нибудь. Сделаем досточки. И сделаем наш топорик, чтобы нарубить дерево. И сделаем еще кирку. Вот так. Дальше давайте начнем наше дерево рубить. Так. На этой сборке оно рубится очень долго. Давай быстрее. Ну, давай. Ай-яй-яй-яй, что я сделал? А, вот, все. What the hell? Почему она у меня полностью не срубилась? Наверное, это лагануло. А, все, я понял, почему она полностью не срубилась. Если присесть вот так, то она будет не полностью рубиться. Да. Так, давайте сразу это все срубим. Вон я уже вижу ростки, которые можно будет посадить потом в дальнейшем. И я на карте также вижу ту его кучу мобов. Надеюсь, у меня майн лагать не будет, поскольку модов здесь на этой сборке очень-очень много. Вот, 74 мода. Вот, ну и надеюсь, она лагать не будет. Если будет, то я продолжу этот же летсплей, но на другой сборке. Так, а пока что поиграем на этой. Посмотрим. Ту-т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 у. Рубись ты давай быстрее. Так, есть, все срубили. Но я думаю, столько дерева нам достаточно будет для начала. Так, пошлите изведаем местность куда-нибудь. Вон тот лес, это походу лес из Таункрафта или какого-то, я не знаю, из чего этот лес. Давайте попробуем срубить дерево это. Надеюсь, оно срубится. И я вон вижу, кстати, какую-то фигню. Давайте пока не будем рубить дерево. Нам, в принципе, этого хватит. Давайте поставим верстак. Опять же, сделаем наши палочки. И сделаем себе меч. Вот так. Чтобы было нам нормально. Так. И давайте... Ух ты, что это? Что это? Стоп, стоп, стоп. Оно... Ой-ой-ой, у меня шлагануло. Стоп, тихо-тихо. Мыти-мыти. Ой, что это такое? Что это такое? Что это за гоблин мелкий? Ух ты! Вау! What the hell? Что? Стоп. Ух ты! Я превратился в этого маленького гоблина. Прикольно. А ну, давайте я посмотрю. А, это вон наверху какая-то деревня. Да вон наверху что-то. Ой, больно. Так, а как туда попасть-то? А вот они, эти еще гоблины маленькие.
Вот они, эти гоблины, лазят тут. Мутим, парень. Да ладно. А, стоп, а его нельзя приручить никак? Ой, что это? Что это на мне? А, стоп, я... What the hell? Я не пойму, что со мной происходит. Давайте попробуем его опять тоже убить. Они, походу, мирные, они... Да нет, что-то там пытается делать. Ну ладно, давайте прям под этой хренью поселимся. А еще лучше давайте попробуем... Мне что-то еще выпало. Да, мне, кстати, нужно похавать. Давайте прям под этой хренью сейчас поселимся, как я уже сказал. И нам бы еще бы сделать... Такая маленькая ручка у меня. Нам бы еще бы сделать этих... Как они называются? Ух ты, стоп, что это? What the fuck? Вот. Ой. Ой, скелет. Скелет, скелет, скелет. Тихо, тихо, тихо. Тише будь, парень. Ой-ой-ой. А! Ой. Ой, что-то они сильно... Сильно дерзкие. Пошел вон. Ой-ой-ой. Что-то реально они какие-то сильно дерзкие. О! На, есть. Фух, я успел убить его. Так, а что... Что вообще это такое? Ух ты, какой мне лук выпал. Тогда, а ну, подождите, я знаю, в этом... Да, есть, в этом моде такая штука, что можно менять. Давайте, вот, ой-ой-ой, зомби! Зомби-зомби-зомби-зомби-зомби-зомби-зомби. Я как-то не досмотрел, что у нас ночь уже настала. А-а-а, текаем-текаем-текаем-текаем-текаем. Ой, все, мне хана. Я рип. Это как рэп, только рип, да. Я умер. В общем, давайте опять же туда отправимся. Мне, как всегда, не везет, поскольку ночь у нас. Давайте, ну что у нас здесь? Ух ты, у нас здесь шахта. Блин, мне нужен паук. Вот кто мне нужен сейчас. Я никогда не думал, что мне сейчас так нужен будет паук, поскольку я знаю, что можно, ну, то есть они принимают, точнее, можно способности взять паука на себе, то есть лазить по стенам, и я смогу сделать в таком случае себе столбик, и я смогу по нему лазить наверх. Так, давайте сделаем вот такой, бум, вот такой вот гусеницей. Так, давайте будем тут бегать. Так, во. Надеюсь, меня трогать не будет. Ух ты, какой крипер. Меня... Смотрите, сейчас, вот он. А! Ух ты! Прикол! Классно, ляньте, смотрите. Мне нужен все-таки паук. Давайте найдем паука. Так. Так, 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 так. Он большой крипер, я вижу. Так, так, аккуратно. Так, уходим отсюда. Желательно подальше. Я сейчас в каких-то джунглях нахожусь. Давайте все-таки сделаем себя побольше. Вот так. Ой. Ой-ой-ой, вот, все, нормально. Так, я не знаю, как туда добраться. Давайте попробуем. Я хочу туда все-таки залезть. Там, по-моему, жители есть или кто-то, я не знаю. Сейчас посмотрим. Опа! Паркур-мастер. Так-так-так. Ай, блин, больно. Это было больно. Так, тихо. Да ё-моё. А, крипер! What the fuck? Ладно, тут зато у нас есть хоть немножечко земли. Мы сейчас можем быстренько залезть, так сказать, вот, по лианам, так. И давайте все-таки залезем мы туда, по крайней мере, попробуем. Так, вот, я уже близко. Так, давайте сделаем еще дерево. Возьмем. Так, оно сильно высоко. Ой-ой-ой, лагануло. Ой-ой-ой. Что-то я как только приближаюсь. Кстати, какая у меня сложность? Нормальная. Все окей. Так, я забыл следить за временем. Мне нужно следить за время. М. Да. Так, значит. Ой. Да, кстати, облака убрать. Облака уберем сейчас, чтобы мне меньше лагов было. То у меня из облаков
тоже могут быть лаги. Так, тихо. Мы уже близко. Так, давайте теперь, наверное, вот так пойдем. Вот таким вот образом. Чтобы нам туда забраться. Так, я уже тут близко, да? Тут, походу, мир эндерменов или что это такое? Вот. Надеюсь, здесь мирные жители. Надеюсь. Так, железный голем. Ты мирный? Да, вроде бы он мирный. Так, что у нас? Ух ты ж, мать моя женщина, там зомби. Так, я не хочу туда идти. Давайте посмотрим, что у них... Ой, лаги, лаги, лаги. Давайте посмотрим, что у них тут в кабинках. Есть золотой блок. Опять эти букашки. О, сундук. Камень. Точнее, булыжник. Давайте сундук заберем, он нам пригодится. Нам не еда сейчас нужна. Вот, вот мне сейчас самое сильно нужна еда. Я не знаю, просто это очень-очень-очень сильно мне нужна еда. Так, тихо. Пошел вон железный голем. О, мотыги. Тоже вещь нужная, пригодится. Так, и я где-то здесь видел, бабочка летала. Давайте ее убьем и станем бабочкой. Интересно, я смогу летать? Подождите. Нет, я не смогу летать, если я бабочка. Так, давайте назад. Мне вот это все-таки больше нравится. Типчик. Ой. А! Кошерно. А, стоп, стоп, стоп. What... Ай, блин, what is that? Ну ж, внизу. Ладно, будем пытаться как-то. Мне нужна летучая мышь. Вот кто мне еще нужен. То есть я смогу с летучей мышью еще тоже летать. О, паук, 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 паук. Иди сюда. Иди сюда, парниша. Иди сюда. Еще паук. Еще паук. Пошел вон. Пошел в пень. Все, отлично. Все просто шикарно. Идем к нашему столбику. Так, желательно побыстрее, иначе мне хана будет сейчас. Да. Опять я рип. Давайте опять к тому столбику. Вот, видите, я могу как бы лазить по стенам, да. Побыстрее бы уже день настал. Да, этот мне ничего не сделает, крипер. Они такие няшки. Они мне ничего, я думаю, не сделают. Так. Идем, 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 идем к тому столбику. Мне нужен тот столбик. Который... И у меня гавкает собака. Отлично, как всегда. Так, тихо. Крипер, давай взрывайся, красавчик. Давай, давай, я сказал взрывайся. Нет, не, он не взрывается. Ой, блин. Давай, красавчик. О, красавчик-паук. Где-то тут столбик, я чувствую его. Да ё-моё, ну сколько вас тут будет-то, а? Где-то здесь мой столбик, который я строил очень-очень долго. Так, давайте, наверное, залезем, чтобы меня мобы не могли никакие, так сказать, запаучить. А вон паутина, я вижу, какая-то. Так, вон он, мой столбик, я уже его отсюда вижу. Давайте тут немножечко пропаркурим. Так, и... Дойдем до нашего столбика все-таки. И давайте все-таки посмотрим, сколько там у нас. Ну, точнее, что у нас там есть. Может, сейчас что-нибудь интересное найдем там. Так, давайте, залазим. Ну, кстати, как это выглядит. Прикольно. Ой. Ой-ой-ой. Вот, все. Да. Прикольно, гляньте, смотрите. Так. Ой. Паучок, аккуратно. Значит, сейчас мы залезем. Посмотрим, что. По домам, ну, как вы заметили, там есть все-таки что-то, какие-то там вещички, я не знаю. А, кстати, у него, я знаю, у этих, у инфритов есть сопротивление к урону, то есть от падения. А у пауков, я, не, у пауков, по-моему, нету такого. Так, вот это мы тоже так сейчас преодолеем. И можно менять на нашего гоблина, так сказать. Ой, кстати, у меня нету этого.
Вот, зомби поганый, уйди отсюда. Да, у меня гавкает собака за окном. Не обращайте на это внимания. Надеюсь, слышно это не будет, хотя... Какой не будет? Слышно, пошел вон, крипер поганый. Так, так, так. Тут скелет. О, стрелы. Отлично. Так, возьмем лук. Так, тихо, 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 тихо. Тише, 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 тише будь. Ой, он еще стреляет. Или он невидимый стал? А, он, вон он. На, он рип. А что вот это такое? А, это ножка чего-то. И это можно съесть. Ничего себе. Он восстанавливает, правда, мало хаосов. Ну ладно. Давайте тоже заберем. Будем забирать все сундуки. Они мне пригодятся в дальнейшем. Точнее, в моем домике. Опять мотыги. Не, мотыги я все-таки одну оставлю себе. Мне хватит одной. Сколько здесь всякой живности. Это пипец. Просто. Булыжник опять. Отлично. А что еще у нас тут есть? Опять стрелы. Походу здесь только будут булыжник, стрелы и все. О, овечки, овечки, давайте их убьем тоже, овечек. О, еще и коровки. Давайте убьем наших овечек, коровок, чтобы и свинюшек, чтобы нам была хоть какая-то еда. Кстати, а я смогу поторговаться с тобой? Да, смогу. Только может яблоки продать. Это обидно. Так, вот еще я вижу коровку. Так, давайте ее убьем тоже. И давайте все-таки я переставлю на себя. То есть буду нормальным. Так, тихо. Так, 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 так. Что у нас? А, кстати, что у нас под этой? Да пошла вон, бабочка тупая. Да лё! Ага, здесь у нас просто обсидиан, просто тут как бы они, эти здания, такое ощущение, что они перевернуты, вот смотрите, вверх дном стоят. Во, кстати, я ж могу похавать. Немножко, но могу. Но мне, конечно, в хелсу сильно, хотя не восстановит. Так, девяточка. Так, пошлите сюда, посмотрим, что у нас здесь есть. Так, пошел вон. О, семена пригодятся тоже для того, чтобы посадить там какую-нибудь культуру. Тоже пригодится. А ведра у меня есть? А, нет, ведер у меня нету. Это печально. Опять... А, это мои мотыги. Ну все, здесь больше, в принципе, ничего такого нету. Давайте как-то теперь надо аккуратно отсюда спуститься. Так, кстати, сейчас я одно дело гляну. Снимаю я уже 18 минут. Вот. Где-то 25 минут я отсниму еще серии этой. И все. Так, давайте. Тут как-нибудь. Надо как-то очень и очень аккуратно. Поскольку там вон я вижу, но я чувствую, я сдохну. Так, 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 так. Фу! Это было красиво, конечно. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь есть еще вблизи. Может, сейчас найдем какое-нибудь здание. Обычно, вот, смотрите, над вот таким вот лесом, вот где вот такой вот лес, вот, есть вот такая вот хренотня. То есть можно как-то посмотреть, поискать, может, что-то найдем. Ой-ой-ой-ой, у меня лагануло. Что такое? Во, все, отлагало. Что-то оно сильно лагануло как-то. Так, что... Вот мне вот это вот интересно, что это. Ух ты, пещерка. Вау! Тут еще и скелет, оказывается, бродит. Мне вот интересно очень, что вот это вот такое. И зомби тут еще бродит. Ладно, я лучше отсюда уйду подальше. Поскольку здесь бродят очень злые мобы. Которых я не очень люблю. Ой. А! Что-то реально сильно лагает.
Разгрузка чанков идет. Так, давайте. Что за фигня? Я не пойму, почему мне так сильно лагает. Это сборка. Что вот это такое? Какая-то фигня выпала мне. Магический боб. Что будет, если я его... А, он дает мне эффект. Типа сытость. Надо по это самое... Побольше таких набрать. Бобов. Это довольно-таки полезная штука. Во, еще какой-то вид боба. Боба. Так, давайте посмотрим. Ой. Так, аккуратно. Давайте еще вот этот заберем. Тоже. Так, это походу, да, это из Таункрафта. Вот это вот. Кстати, здесь Таункрафт 2 стоит. Который я вообще не знаю. Практически. Давайте попробуем. Как-то может настроить. Да нет, настройка все нормально. Все на минимум стоят. И все равно лаги заметны небольшие. Так, давайте. Это тоже срубим. Любые бобы нам пригодятся сейчас. Особенно если и сытость попадется. Вот это просто шикарно. Так, давайте куда-то на равнину выйдем. Может сейчас что-нибудь да найдем на этой равнине. Я вижу опять нашего няшного крипера. Ой-ой-ой. Что-то сильно лагает. Я попробую к следующей серии. Если она будет, естественно, если вам понравится, настроить сборку. Может, она как-то даже лагать и не будет. Так, что у нас здесь? Интересно, надо, может, Optifine поставить. Так, сюда спрыгнем. Что-то я не вижу никаких зданий. Я помню, когда я играл на этой сборке, когда тоже пытался заснять летсплей, я находил много таких интересных зданий. Вот. И ничего здесь нету. Такого. Ой. Ой, я упал. Так, давайте пройдемся еще чуть-чуть. Может, даже как раз себе место найдем для дома. Ну, желательно это, конечно, чтобы было бы место возле пещеры какой-нибудь большой или каньона. Желательно, конечно, каньона. Вот, чтобы можно было быстро ходить и в шахту. Вот, да. И построим какой-нибудь такой, знаете, большой дом, такой пентхаус. Вы можете даже, если хотите, свои ачивки присылать. Вот, я их буду выполнять, это как бы будет, помните, у меня был в канале карта Killblock, там, где нужно было выполнять ачивки, вот, и я решил, что, типа, можете тоже присылать свои ачивки и в этот летсплей, вот, и я их буду, естественно, выполнять. Так... Значит, я не знаю, куда я бегу. Что у нас карта показывает? Карта у нас показывает, что ничего интересного у нас нету. Давайте как-то... Ой, что это такое? Создание, инвентарь какой-то. Ладно. Так, я знаю... Ага, вот это приблизить, да? Так, вроде бы ничего такого тут нету еще. Еще нужно клавиши, кстати, понастраивать. Мне кажется, это все-таки из-за карты. То есть лагает, потому что карта идет как бы прогрузка, и оно лагает. Скорее всего, это из-за этого. Я уже, кстати, в зимнем биоме, оказывается. Нифига себе. Так, ладно. Блин, я не знаю, если честно, куда мне идти. Давайте где-нибудь все-таки обоснуемся. Желательно возле воды и желательно рядом с пещерой с большой. Вот давайте. Вон там я вижу пещерку, но она не очень большая, по ходу дела. Во, лошади. Смотрите. Прикольно. Так. Стоп. А, да, они ж в 1.6.4 добавились. Что-то я уже давно не играл на версии 1.6.4. Вот, в основном 1.7.2, это моя, так сказать, любимая версия. Все мои проекты, все на версии 1.6.4, да. Так, так, что у нас там? Вон там я вижу какую-то пещеру. Вот она, этот каньон большой. Такой вот, видите?
И там я вижу... Ух-ху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 . Чуваки, это... Это просто шикарно. Это я не знаю. Я обосновываюсь здесь. Вот. Вот это вот место. Это будет мое место. Во-первых, здесь стоила куча лошадей. То есть можно приручить себе какую-нибудь лошадку. Во-вторых, есть каньон и есть... Я не знаю, что это. Походу, это какая-то херня. Я не знаю. Я не знаю, что это такое. В общем, посмотрим, полазим. Сейчас там. Вот, смотрите, гляньте там. Она... Там она еще больше, эта фигня. Полазим там, посмотрим. В следующей серии. Вот. И... Ну что ж, я думаю, на этом мы закончим. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Джокер. Всем удачи, всем пока.